Ағымдағы жылы егін жинау жұмыстары ауарайының қиын жағдайларында өтті. Шілденің екінші жартысынан бастап жауған жауын шашын дәнді дақылдардың пісіп жетілуінің созылуына, егістіктің әртүрлі ярысты болуына және қосымша өскіндердің пайда болуына, арам шөптің көбеюіне әкеліп соқтырды. Егін жинау кезеңіндегі көп жылғы орта көрсеткіштен 30%-дан артық жауын шашынға байланысты қазіргі уақытқа дейін Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарында егін жинау жұмыстары аяқталған жоқ. Астық тазалау мен кептіру жұмыстарының көлемі ұлғайды. Облыс әкімдіктерінің ауыл шаруашылығы басқармаларының жедел деректері бойынша бүгінгі таңда республика бойынша дәнді дақылдардың жиналатын алқабының 15,6 миллион гектары немесе 99,3% бастырылып, гектарына 13,3 центнер өнімділікпен бастапқы салмақпен 20,8 миллион тонна астық жиналды. Жүгерімен қоса 15 миллионға жуық гектар дәнді дақылдар егін алқабын жинау қалды. Майлы дақылдар алқабының 73%, қант қызылшасының 83%, көкөніс бақша дақылдары мен картоптың 97% жиналды. Мақтаны жинау жұмыстары аяқталды. Айта кететін жайт, дәнді дақылдардың түсімділігі соңғы 10 жылдықтағы орташа деңгейден 11%-ға, майды дақылдардың 41%-ға, көкөніс дақылдарының 11%-ға, картоптың 17%-ға дейін жоғары көрсеткіштерге қол жеткізілді. Оңтүстік өңірде күріш бойынша гектарынан 50 центнер, мақта бойынша гектарынан 27 центнер, ал дәнді дақылдар бойынша Шығыс Қазақстан мен Қарағанды облыстарында рекордтық түсімділікке қол жеткізілді. Егін жинау жұмыстарын ұйымдасқан түрде өткізу үшін үкімет пен ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан тиісті шаралар қолданды. Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына қаржыландыруға Қазагро холдингі бюджеттік несие қаражатынан ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерге 53 миллиардтан астам теңге бөлді. Бұдан бетер саланы қолдауға 40 миллиардқа жуық шамасында субсидия бөлінді. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің жанар жағармай материалдармен және өзге де материалдық техникалық ресурстармен қамтамасыз ету мәселелері шешілді. Күзгі дала жұмыстарына 1 литріне шамамен 91 теңгеге тұрақты баға бойынша 410 мың тонна дизель отыны бөлінді. Бұдан басқа астық кептіруді ұйымдастыру үшін қосымша 42 мың тонна дизель отыны бөлінді. Егін жинау алдында техниканың дайындығы жалпы санының 96%-ын құрады. Дәнді дақылдардың пісіп жетілуін тездету мақсатында 809 мың гектар алқапта жанаспа әсерлі және құрамында глифосат бар гербицидтермен егістіктерді десикациялау жүргізілді. Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянкестермен және аурулармен күрес жөніндегі қорғау шаралары да дер кезінде жүргізілді. Химиялық тәсілмен өңдеу 6 миллионға жуық гектардан астам алқапта жүргізілді. Оның ішінде үйірлі шегірткеге қарсы 3,7 миллион гектар, сұр астық көбелегіне қарсы 0,7 миллион гектар, ауруларға қарсы 1,1 миллион гектар алқапты өткізілді. Бұл соңғы 5 жылдың ішінде ең үлкен көрсеткіштердің бірі. В то же время нынешний сложный по погодным условиям год, несмотря на то, что влаги было достаточно, выявил ряд системных проблем. Прежде всего, это недостаток техники, большой ее износ и сверхнормативное использование. Уровень обновления тракторов и комбайнов в среднем по республике составляет, соответственно, 1,2 и 2,3% в год. А в Ахмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях этот показатель еще ниже. 92% тракторов и сейлок, 73% комбайнов по республике до 2003 года выпуска, то есть они уже работают более 10 лет. Как следствие, не выдерживаются оптимальные сроки и качество проведения полевых работ, прежде всего пассивных и уборочных, что в конечном счете сказывается на урожайности и объемах производства продукции. Именно в такие сложные годы, когда посев и уборка проводятся урывками, дефицит и высокий износ машино-тракторного парка приводит к затягиванию сроков и, как следствие, к более высоким потерям. С текущего года с целью технического перевооружения начата программа по субсидированию лизинга техники, сельхозтехники. Но она осваивается всего лишь на уровне 17%, что в немалой степени связано в числе других причин и с низкой осведомленностью сельхозтоваропроизводителей.
2014 по 2016 годы для Казахстана в рамках таможенного союза введена импортная квота на поставку 300 комбайнов в год. При этом в случае выборки квоты по итогам полугодия более чем на 70% предоставляется возможность ее увеличения. Поэтому местным исполнительным органам необходимо обеспечить тесное сотрудничество поставщиков сельхозтехники, лизинговых компаний, финансовых институтов и аграриев с целью выборки указанной квоты. В целом следует усилить работу по обновлению машино-тракторного парка новой высокопроизводительной и энергооснащенной техникой, что позволит нивелировать зависимость аграриев от погодных условий. Если сейчас посмотреть, кто не убрал свои площади зерновые, это либо те, у кого нет техники, либо она очень высоко изношена, либо это непредприимчивые хозяева. Недостаток посевной техники приводит к затягиванию сроков сева, а это, в свою очередь, к поздним срокам уборки, что усугубляется еще и недостаточной уборочной техникой. Однако работа должна быть направлена не только на увеличение количества техники, но и диверсификацию культур. За счет разных сроков сева и созревания культуры это позволит растянуть по времени работу агрегатов, снизить нагрузку в пиковые периоды. В то же время во всех областях, за исключением Карагандинской, по-прежнему продолжают субсидировать пшеницу. В результате ее площади превышает индикативные показатели, установленные в меморандумах по диверсификации, заключенных между министерствами и акиматами. По Актюбинской области на 9%, Восточно-Казахстанской области на 8%, Кустанайской на 6%. В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях по-прежнему высокой остается доля зерновых культур в структуре посевов – 76% и 66% соответственно. И несмотря на то, что здесь почти ежегодно и текущий год не стал исключением, не обеспечивается за счет собственного производства потребность даже в семенах. Предлагаем дать поручение акиматам областей пересмотреть подходы к субсидированию на следующий год и за счет исключения субсидирования затрат производства на гектар пшеницы увеличить субсидии на более рентабельные и востребованные на рынке культуры, такие как масличные, кормовые, зернофуражные, с тем, чтобы стимулировать их производство. На местах пока слабо поставлена работа по внедрению передовых технологий по повышению плодородия почвы. В текущем году нулевая технология при возделывании зерновых культур применена в Актюбинской и Западно-Казахстанской области лишь на 8%, в Ахмолинской области на 12%. В Северо-Казахстанской области в 2012 году минеральных удобрений было внесено 3% от потребности, в Восточно-Казахстанской – 2%, Павлодарской – 1%. В регионах сейчас продолжается работа по подготовке к предстоящей зимовке скота, проведению осенне-полевых работ. Заготовлено 18,6 миллионов тонн сена или 120% плана. 690 тысяч тонн сенажа, 878 тысяч тонн силоса и более 3 миллионов тонн соломы. Озимые зерновые культуры посеяны на площади 396 тысяч гектара или 76% к намеченному. Зябь спахана на 66% запланированных площадей. Под урожай 2014 года засыпано более 2,1 миллион тонн семян или 99% от потребности. Дефицит семян в объеме 19,2 тысячи тонн ожидается в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Акиматам областей считаем, что необходимо принять меры по доведению семян до пассивных кондиций, обеспечению сохранности, предусмотреть в местных бюджетах средства на субсидирование закупа семян, испытывающим дефицит сельхозформирования. Что касается ситуации на рынке зерна, анализ мирового рынка показал, что ситуация ценовая на зерновом рынке в целом стабильная. В текущем сезоне отмечается тенденция увеличения экспорта казахстанского зерна. С 1 июля экспортировано уже 2,8 миллиона тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте. А если анализировать отгрузки с 1 сентября, то они составили 1,8 миллиона тонн с ростом на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового сезона. При этом в октябре отгружено на экспорт около 1 миллиона тонн зерна и муки, что на 60% больше, чем аналогичного периода в прошлом году. И экспорт муки по сравнению с сентябрем возрос на 65%. Доля муки в экспорте составляет до 40%. Были проблемы с крытыми вагонами, но Казахстан Теміржолы сейчас приняла меры, и эти вопросы сейчас решаются. По состоянию на 1 октября в республике имеется в наличии 12,9 миллиона тонн зерна, так как тут еще не были учтены во многом зерно нового урожая.
Загруженность хлебоприемных предприятий составляет 37%, в том числе хлебоприемных предприятий северного региона 38%. Проблем с хранением зерна нового урожая не ожидается. В то же время местным исполнительным органам необходимо оказать содействие сельхозтоваропроизводителям, испытывающим дефицит емкости хранения в обеспечении количественно-качественной сохранности выращенного зерна. Закуп зерна в государственные ресурсы и урожай 2013 года будет осуществляться в объеме 188,6 тысяч тонн только в целях освежения госпродрезерва. Закупочная цена установлена в постановлении правительства 28 тысяч тенге за одну тонну для плательщиков НДС. Учитывая, что цена на зерно на внутреннем рынке находится на том же уровне, что и предусмотрено действующими до 1 августа этого года меморандумами на поставку зернопродкорпорации для регулирования внутреннего рынка в регионах, рекомендуем акиматам через социально-предпринимательские корпорации организовать закуп мукомольными предприятиями зерна на свободном рынке для обеспечения мукой пекарень. То есть рыночная цена на зерно такая же, как на уровне, которая была по меморандуму, поэтому никаких оснований для повышения цен на хлеб и муку первого сорта также нет. Спасибо за внимание.